Добрый день, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые! Сегодня в нашей творческой мастерской «Домик премудрой совы» мы будем делать игрушку собственными руками из носка. Конечно, сейчас очень много игрушек, которые можно купить, они уже готовые, но как-то всегда запоминается игрушка, которая сделана с родителями вместе. Она самой любимой становится. Вот. Для такой вот игрушки нам понадобится носок. Желательно, чтобы мыс носка был красный или розовый. А вот глаза я использовала. Это помпоны от резинки, заколки для волос. И волосы. Для этого нам нужен будет моток ниток любого цвета. Мы, значит, берем носок, выворачиваем наизнанку. И для того, чтобы сделать такой вот плотный рот игрушки, надо вставить картонку. Она будет держать форму рта. Ее мы приклеиваем, клеим ПВА. Смазываем клеем ПВА. Картонку отмеряем по ширине носка. Можно вот эти вот углы отрезать, сделать полукруглыми, и тогда рот будет не такой резкий, широкий, а более узенький. В общем, можно попробовать разные варианты. Приклеиваем и выворачиваем носок на лицо. Вот уже у нас надо поправить, чтобы было по картонке. Вот уже у нас рот готов. Ему надо дать подсохнуть. Ну, где-то сутки будет сохнуть. Клей-ПВА где-то сутки сохнет. Вот это вот потом будет незаметно. Клей ПВА вообще незаметен, когда высохнет. И сразу же можно приклеить язычок нашей игрушки. Тоже клеем ПВА. Прижать, и тоже будет оно сохнуть язычок сутки. Теперь глаза. Глаза можно на белой бумаге нарисовать фломастером зрачки, можно вырезать из черной бумаги, но тут уже клей ПВА нам не подойдет. Нам понадобится пистолет клеевой. Клеевым пистолетом мы приклеиваем зрачки к нашим будущим глазам. Клеевой пистолет надо им пользоваться, конечно, вместе со взрослыми. Потому что можно обжечься. Если вы придумаете какой-то другой материал для глаз, поделитесь, пожалуйста, в отзывах.
к видео. Мне будет интересно, что вы использовали. Может быть, какие-то ватные шарики. Ну вот, я вот нашла такой вариант. Теперь мы глаза приклеиваем, клеиваем пистолетом к носку. Тут как следует его надо проклеить. И тут же приклеить и прижать. И какое-то время он будет приклеиваться. Глаза старайтесь приклеивать поближе друг к другу, потому что когда надеваете носок на руку, то глаза, естественно, они растягиваются в разные стороны, становятся друг от друга вон далеко. Теперь мы делаем волосы. Волосы делать несложно. Вы, значит, наматываете нитки, которые вам понравились для волос, вот так вот, вот на руку, много-много оборотов, потом снимаете с руки вот здесь, перевязываете другой ниткой, затягиваете, и тут вот разрезаете на сгибах нитку, вот как помпон вы делали, если когда-нибудь. То же самое и здесь. Таким вот образом делаются волосы. Значит, волосы мы сделали, распушили и тоже приклеиваем. Клеиваем пистолетом очень аккуратненько. Клеиваем пистолетом. Пользуйтесь. И приклеиваем к носку наши волосы. Тоже надо прижать и подождать, пока он... волосы приклеятся. Ну, недолго ждать, несколько минут. И осталось нам только нарисовать нос нашей игрушки. Фломастером. Или тоже можете приклеить бумагу или какой-нибудь кусок кожи или какого-то материала, который... велюры, ну что у вас есть. И вот такая поделка уже у нас готова. Я не буду ее надевать на руку, потому что она приклеивается. Вот у нас уже есть заготовка веселая, которая порадует. Главное, что мы сделали сами, своими руками. Придумаем имя и будем играть. А сейчас я вам прочитаю... стихотворение «Загадки». Помоги Андрюшке. Расставил Андрюшка во дворе до игрушки. Рядом с мартышкой плюшевый мишка. Вместе с лисой заяц косой. Следом за ними еж и лягушка. Сколько игрушек расставил Андрюшка? Зайцы, соболи и белки бьют в литавры и тарелки. Машет палочкой пингвин, гражданин полярных льдин. С двух сторон ему еноты перелистывают ноты. Сколько разных зверей в оркестре! На этом, друзья, наш мастер-класс закончен. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч!